Сразу три аварии за один день. В Алдане несколько автомобилей попали в ДТП по цепной реакции. В причине массового столкновения разбирался наш корреспондент. Сразу пять транспортных средств столкнулись сегодня в середине дня на улице Космачева в Алдане. Дорога в виде корыта не дала сначала разъехаться легковушке и погрузчику. Затем пошло по цепочке. Ехали по главной и навстречу выехал, получается, погрузчик. И все, я в сторону как-то еще вправо в сугроб успела. И все, ДТП. Страшно было? Конечно, страшно. А вы были на переднем сиденье? Я впереди сидела, да. На вашу сторону, да, пришлось? Пришлось на мою сторону, но просто затормозить вовремя успела как-то свернуть. Так бы ничем хорошим бы это не закончилось. А погрузчик чистил? Погрузчик нет, он ехал, получается, и как-то он развернулся так интересно. И все, его на меня потащило. Растащить вереницу транспортных средств удалось не сразу, образовался затор. Пассажирскому предприятию пришлось подставлять еще один автобусный маршрут для того, чтобы не задерживать пассажиров, которые пешком преодолевали пробку и пересаживались в другой автобус. Опять все, наши коммунальные службы, которые отвечают за чистку дорог, опять происходит плохо, свою работу не выполняют, заужение дороги. Много раз говорилось о том, что разделите вы этот тендер на многие части, отдайте предпринимателям, за те же самые деньги будет дорога гораздо лучше. Потепление дало о себе знать. Снег, который не успевали чистить, превратился в лед, и ситуация на дорогах города обострилась. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.